Приветствую всех, друзья мои! Сегодня на неремонте у нас холодильничек Bosch с очень интересной предысторией. Значит, холодильник крутой, дорогой, стеклянные двери, шире на 10 сантиметров, чем обычные холодильники, высокий, значит, тяжеленный. Но предыстория такая, значит, звонок, и не нужен, говорит, холодильник на запчасти. Ну, или, говорит, под восстановление. Я говорю, марка холодильника. Говорит, Bosch. Я говорю, конечно, присылайте фотографии, посмотрим. Говорю, а что с ним? Ну, говорит, Ашка моргает. Вера, говорит, плохо холодит. Мастера, говорит, вызвал. Сказал фреон. Ну, я, говорит, не стал заморачиваться. Купил бюджетники себе, а этот, типа, забирайте. Ну, я так прикинул. Я говорю, ну, 1004. Ну, фотографии посмотрел. Значит... Говорит, блин, он 150 тысяч, говорит, стоил. Давайте, говорит, хотя бы 10. Я говорю, ну давайте 8. Ну, в общем, на 8 и сторговались. Значит, помог мне клиент его сам загрузить. Ну, вдвоем с ним загружали, значит, привез его в сервис. Что-то пока им некогда было заниматься. Тут как бы у меня своя, скажем так, рабочая атмосфера. У Samsung ножки отвалились. Ну, в общем, добрались мне до него руки. Включил я его. И... Он работает. То есть уже сколько? 2 суток. Значит, он стоит. Сейчас он отключился уже. Морозилочка 11 градусов показывает. Но давно отключился, и там почти ничего нет. Так, баклажку с водой закинул для проверки. И все. Значит, на дисплее у нас все нормально работает. А буковка H, которая горела, это, если кто еще не догадался... Режим холидей. Вот такие вот мастера у нас попадаются. Ашка. Выключаем режим холидей. И у нас все шикарно работает. Вот такой интересный случай бывает у нас. Здоровый, красивый. Все как полагается, дорогой. В общем, вот так вот погорячился клиент вызвать другого мастера. Точнее, мог бы постраховаться хотя бы. И холодильничек оказался у меня. Ну, теперь что, понаблюдаю за ним еще на всякий случай. Да, на вид его. В общем, такие вот интересные у нас случаются ситуации.